Привет, привет, привет. Что ж, добро пожаловать в пиццерию Брэди Паздро, так сказать. Я знаю, работа будет нелегкой, хотя для тебя это должно быть настоящим сокровищем, учитывая твой вид деятельности и все такое. В общем, в чем заключается суть твоего нахождения в этом месте? 2 недели назад здесь погиб один из наших охранников, работающих на ночной смене. Что интересно, его тело нашли в костюме одного из нерабочих аниматроников. Вряд ли это мог сделать человек. Дело в том, что у нас есть одно предположение, кто мог стать инициатором данного события. Несколько лет назад у нас была совсем другая пиццерия, однако все там же с аниматрониками. Как оказалось, старых аниматроников были обнаружены трупы детей. Те роботы, стоящие прямо сейчас на сцене, это и есть те самые аниматроники, но в новом обличии. Сказать честно, с того момента я думал, что такого больше не повторится. В общем, суть твоей работы — проследить за аниматрониками, узнать о том, кто стал инициатором убийства, по какой причине. А я понимаю, ты в этом профи, ведь искать всяких мистических ублюдков — это твоя работа. В общем, услышимся на следующей ночи. Пока.
Алло? Привет-привет. Итак, я получил у тебя документацию о твоей прошедшей ночи. Действительно неплохо. Как минимум, теперь мы знаем, что аниматроники не перемещаются программно. Так как выйти за пределы столовой, они бы просто не смогли из-за своей системы. Получается, наше предположение о том, что управление может быть зависимо от душ частично, но имеет право на существование. Что ж, продолжай в том же духе. У нас есть еще 4 дня до закрытия пиццерии. Удачи!
Thank you.